Здравствуйте. Сейчас мы расскажем вам о нашем курсе «Основы Цигун». Сейчас вы видите меню диска «Основы Цигун», часть первая. Это запись первой части семинара, который проходил в городе Таганроге. Семинар был посвящен изучению базовой теории Цигун, основным статическим упражнениям, разминочным упражнениям, а также короткому варианту комплекса Хуньюаньгун. Об этом мы расскажем немножко более подробно, чуть-чуть попозже. Итак, диск состоит из двух частей. Из записи, собственно говоря, семинара и из двух бонусов. В бонусах вы можете увидеть полное выполнение комплекса Хуньюаньгун. Сейчас класснем на первый бонус. Перед вами полное выполнение комплекса Хуньюаньгун без объяснений. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы, уже зная комплекс, прослушав объяснение, изучив его по записям семинара, могли вместе с инструктором, прямо перед монитором компьютера, повторять весь комплекс. Здесь дается выполнение всего комплекса короткого, а также полностью весь цигун, самый массаж цигун и мор. То есть очень удобно утром, допустим, если вы полностью еще не запомнили весь комплекс, становиться и прямо перед компьютером повторяется инструктор. Во втором бонусе вы можете увидеть видеопрезентацию, посвященную основам цигун. Это краткое объяснение того же самого материала, который давался на семинаре. Но на семинаре вы не можете видеть презентацию, так как там не очень хорошо видно с экрана. А в данном случае вы прямо с экрана монитора можете хорошо посмотреть видеопрезентацию и прослушать основу цигун в более кратком таком варианте. Теперь запись самого семинара, собственно говоря. Она состоит из нескольких блоков. Первые два блока – это теория цигун. То есть, в данном случае вы можете прослушать теорию цигун, ее обязательно нужно знать тем, кто только начинает заниматься цигун. Если опыт занятий цигун у вас уже есть, этот блок вы можете в принципе и пропустить, но можете и послушать, может быть, услышите для себя что-нибудь интересное. Здесь мы подробно разбираем различные виды регуляции: регуляция тела, регуляция дыхания, регуляция ци, регуляция сознания. Также разбираем, какие виды цигун существуют, различные классификации цигун, деление цигун на жесткий и мягкий, даосский, буддийский, конфуцианский, медицинский и так далее. Также разбираем основные положения, которые необходимо знать при начале занятий таким разделом цигун, как джонгун, столбовое стояние, какие виды столбов существуют, как можно в них работать, как облегчить работу в столбах и так далее. Следующий блок – это разминка и джонгун. В данном случае вы можете изучить основные разминочные упражнения. В основном это разминка для спины, а также для ног в сидячем положении. То есть то, что готовит нас к столбовой работе и к сидячим медитативным практикам. Упражнения для спины позволяют, кроме всего прочего, оздоровить спину, а также раскрыть таизоставы. Таизоставы – это места на спине, в которых энергия хуже, ну, не очень хорошо проходит во время практики цигуна, особенно во время практики малонебесного круга. Во время сидячих упражнений также мы будем объяснять, каким образом лучше раскрыть таз, подготовить тело к более расслабленному сидению, потому что без расслабления тела хорошего, без раскрывания различных суставов, раскрытия различных суставов, невозможна медитативная практика. Вы все время будете отвлекаться на различные напряжения, блоки и зажимы в теле. То есть для того, чтобы практика медитации была достаточно эффективной, и вы могли действительно глубоко погружаться в особое состояние сознания, необходимо устранить все эти блоки и расслабить тело. В следующем блоке идет непосредственное изучение комплекса Хуньюаньгун. Комплекс Хуньюаньгун преподавался в Пекине мастером Хуяо Дженем и впоследствии его учеником, мастером Фэн Жичяном. Мастер Фэн Жичян объединил
знания, полученные от своего учителя Хуяо Джиня и второго своего учителя, одного из самых знаменитых мастеров ушу Китая 20 века, мастера Чэнь Фэкэ, и соединил все это в системе Чин Ши Синих в Нюэн Тэ Чуань. Собственно, движком этой системы является Нэйгун, который называется Хуньяньгун. Это очень интересная система, которая очень хорошо прорабатывает все тело, энергетические каналы. Работа в этой системе идет сразу с тремя дантиен. И, в общем, изучение этой системы может очень многое дать человеку, который начинает практиковать цигун. Кроме всего прочего, к плюсам короткого комплекса Хуньяньгун можно отнести то, что полное выполнение комплекса занимает 15-20 минут. Но максимум, если вы хорошо погрузитесь, будете делать очень медленно все упражнения, а также цигун самомассаж, максимум 30 минут. То есть даже очень занятой человек может найти утром время для самостоятельных занятий. В следующем блоке мы продолжаем изучение Хуньяньгун, точнее не продолжаем, а выполняем полностью весь комплекс. И немножко проговариваем внутреннюю работу, которую мы выполняем во время выполнения упражнений. И кроме этого, в этом же блоке мы изучаем упражнения Фансунгун, цигун наньмо, цигун самомассаж. Упражнения Фансунгун позволяют лучше расслабить все тело. То есть Фансунгун так и переводится, цигун расслабление. Эти упражнения позволяют научить человека погружаться в более глубоко в состояние андзин, состояние покоя. Без достижения состояния андзин невозможна эффективная практика цигун. И также есть еще две кнопочки. При переходе на при клике на кнопочку на сайт вы можете перейти на блок автора. При клике на кнопочку об авторе вы можете прочитать об авторе. Вот тут небольшие краткие биографические сведения, а также увидеть фотографии автора с его учителями. Вот, собственно говоря, и все, что мы хотели рассказать об этом курсе. Приобрести этот курс можно по ссылочке внизу. Спасибо за внимание.